Космический корабль «Аполлон» был невероятно сложным инженерным изобретением, позволившим человеку ступить на поверхность Луны. Он состоял из трех частей – командный модуль, служебный модуль и посадочный модуль. Немного позже мы обсудим, для чего был нужен каждый из них, но сперва давайте взглянем на ракету, которая доставляла все это на орбиту. Сатурн-5. Каждая миссия «Аполлона» запускалась с мыса Канаверал во Флориде. Центр управления находился в штате Техас в Хьюстоне. Высота ракеты составляла 110 метров. Просто чтобы понимать масштаб, вот человек рядом с Сатурном. А вот Боинг 747. Сатурн был трехступенчатой ракетой, каждая из ступеней носила собственное техническое имя. Первая называлась S1C. На ней были размещены 5 двигателей F1. Вторая ступень, S2, управлялась тоже 5, но уже более маленькими двигателями J2. Третья ступень имела название S4B, на ней был установлен всего один двигатель J2. Сам космический аппарат находился наверху последней ступени. Вот лунный модуль, который совершит посадку на Луне. Во время старта его защищали 4 панели, которые назывались адаптером лунного модуля. Служебный модуль включал в себя двигатель и топливные ячейки. Топливо было необходимо для возвращения на Землю после завершения миссии. Также в служебном модуле находились элементы управления и питания. В командном модуле астронавты проводили большую часть времени. На самом верху вы видите систему аварийного спасения, она немного напоминает ту, что сейчас используется в пилотируемых пусках Союзов. В случае непредвиденной ситуации система могла безопасно увести командный модуль от ракеты. Рядом с Аполлоном вы видите башню обслуживания. Не так давно ее окончательно разобрали. Сейчас с площадки, откуда летали Аполлоны, производятся запуски компании SpaceX. Обратите внимание на 9 рукавов обслуживания, которые предоставляют доступ к Сатурну-5. В день старта тройка астронавтов поднималась на лифте к самому верхнему рукаву. Оттуда они переходили в командный модуль через белую комнату. Незадолго до пуска производился отвод 4 рукавов. Зажигание первой ступени происходило за 8 секунд до отрыва ракеты от Земли. Как только Сатурн-5 начинал взлетать, 5 оставшихся рукавов тоже быстро уводились. На полный подъем над башней у ракеты уходило 12 секунд. С набором скорости астронавты испытывали перегрузки до 4 G, то есть в 4 земных гравитации. Спустя 2 минуты 42 секунды после старта на высоте около 67 километров происходило отключение двигателей первой ступени. Происходил подрыв пиропатронов, отделявших первую ступень от ракеты. Теперь она падала в Атлантический океан. Спустя всего несколько секунд происходило зажигание второй ступени. Мы уже набрали достаточную высоту, так что система аварийного спасения в таком виде более не нужна. На отметке 9 минут 12 секунд происходило отключение двигателей второй ступени. В этот момент ракета уже была на высоте 175 километров. Третья ступень включалась, но совсем ненадолго. Она должна была поднять астронавтов на опорную орбиту 190 километров. Первое отключение третьей ступени происходило в 11 минут 39 секунд после старта, но она пока не сбрасывалась. Один из самых сложных и опасных этапов был завершен, но приключение только начиналось. Итак, давайте посмотрим, как высоко сейчас находятся наши астронавты. Вот линия Кармана, 100 километров, считающаяся границей космоса. Вот здесь, в 400 километрах над поверхностью, находится низкая околоземная орбита. Сейчас там на Международной космической станции пролетают космонавты и астронавты. Большинство спутников летают между вот этой орбитой и вот этой. Наша орбита называется опорной, потому что она недостаточно высоко, чтобы мы могли оставаться там долгое время. Но не волнуйтесь, астронавты пробудут там всего пару часов. После 2-3 витков вокруг Земли и подтверждения исправности всех систем, пришла пора вновь включить третью ступень. На сей раз примерно на 6 минут. Мы называем это транслунной орбитой. Она позволяет оторваться от Земли и направиться к нашему спутнику.
Третья ступень теперь бесполезна, так что от нее тоже нужно избавиться. Сперва происходит сброс панели адаптера, а затем отделяется и сам корабль «Аполлон». Но не полностью, а в составе командного и служебного модулей. Они совершают поворот на 180 градусов и вновь пристыковываются с третьей ступенью, чтобы вытащить посадочный модуль. В космосе перепады температур гораздо более экстремальны, чем на Земле. Была реальная опасность заморозки частей корабля или их чрезмерного нагрева. Чтобы избежать таких проблем, с этого момента аппарат начинал медленно вращаться, равномерно распределяя тепло. Этот маневр назывался пассивный термоконтроль, но в НАСА его в шутку называли вращением шашлыка. Если убрать Луну, наша траектория будет выглядеть вот так. Мы все еще обращаемся вокруг Земли, но теперь форма траектории эллиптическая, вытянутая в сторону космической пустоты. Но если вернуть на рисунок Луну, орбита обретает смысл. Во время запуска Луна находится где-то здесь. В течение ближайших 3 суток наши с ней пути пересекутся, ну и для наглядности изобразим Землю и Луну в масштабе. Итак, лунная гравитация изменяет траекторию нашего аппарата. Теперь она называется траектория свободного возвращения, потому что позволяет аппарату вернуться к Земле без использования двигателей. Если вдруг с ними что-то произойдет, астронавты все равно смогут попасть домой. Но если все системы в порядке, значит пора выходить на орбиту Луны. Маневр так и называется – выход на лунную орбиту. Пока аппарат пролетал позади Луны, двигатели служебного модуля включались на 6 минут, что позволяло замедлить Аполлон. Из-за того, что Луна мешала прямой видимости Земли, в этот момент астронавты теряли связь с центром управления. Представьте, каково было людям там ожидать очередного сеанса связи, не имея ни малейшей возможности хотя бы узнать, как дела у астронавтов. Наконец, наступило время главного события. По готовности 2 из 3 астронавтов пересаживались в посадочный модуль и готовились к высадке на Луну. 3-й человек оставался в командном модуле и продолжал облет спутника. Небольшая ремарка. В англоязычной терминологии посадочный модуль обычно назывался LM – Lunar Module, а командный и служебный модули вместе составляли CSM, ну или Command and Service Module. На LM выдвигались посадочные опоры. После очередных проверок модуль отделялся от CSM. Ему предстояло отдалиться почти на 4 километра и только затем включить собственные двигатели. Такая дистанция была выбрана из соображений безопасности. Движок включался всего на 30 секунд. Этого было достаточно для выхода на орбиту снижения, примерно до 15 километров над поверхностью. Затем двигатель зажигали вновь, начинался окончательный спуск. Пока что окна направлены в никуда, но ближе к посадке аппарат развернется так, чтобы астронавты могли наблюдать через них поверхность, на которую предстоит садиться. Место посадки должно быть гладким, на нем не должно быть крупных валунов. Количество топлива ограничено, так что на выбор места у астронавтов не так много времени. И, наконец, касание поверхности. Первые 2 часа астронавты в посадочном модуле были заняты предстартовой подготовкой, так как если бы им действительно нужно было взлетать, не выходя на поверхность. Это было необходимо в целях безопасности, думаю, вы уже догадались. Но все прошло удачно, так что пора опустить лестницу, произнести историческую фразу, воткнуть флаг, собрать немного образцов грунта и провести несколько опытов. К слову, до непосредственно исторического шага на поверхность, первый астронавт должен был тщательно проверить, сможет ли он забраться на ступень лестницы с поверхности, активировать телекамеру и выбросить собравшийся в модуле мусор. Первый выход на поверхность продлился всего 2 часа 31 минуту и 40 секунд, а астронавты не отходили от посадочного модуля более чем на 60 метров. Возвращением в модуль завершился 2-й важный этап миссии. Первых астронавтов ждала бессонная ночь, а последних – отдых перед предстоящими выходами на поверхность.
Но в итоге всех их ждал третий этап – взлет с Луны и стыковка с командным модулем. Сперва давайте изучим сам посадочный модуль. Он состоял из двух частей – посадочной ступени, которая больше не была нам нужна, и взлетной ступени, в которой находились астронавты. На взлетной ступени была установлена собственная реактивная система, необходимая для выхода на лунную орбиту. Надеюсь, вы не забыли об одиноком астронавте, который сейчас наверху ждет своих коллег в CSM. То, что произойдет далее, называется рандеву и стыковка. Мы немного изменим масштаб Луны, чтобы нагляднее объяснить процесс. Старт должен произойти в точное время. Взлетная ступень включалась примерно на 7,5 минут. Это позволяло выйти на лунную орбиту. В последующие 3,5 часа происходит еще несколько зажиганий двигателя. Прежде чем аппараты смогут состыковаться, они облетят Луну почти дважды. В более поздних миссиях удалось добиться стыковки менее чем за один облет. Я не буду подробно объяснять процесс стыковки. Это довольно сложная и комплексная задача, которую мы подробно показывали на примере Международной космической станции в одном из своих прошлых видео. Обязательно его посмотрите. После стыковки все ценные грузы и материалы переносились из взлетной ступени в командный модуль. Приходила пора попрощаться с LM. Ему предстояло либо остаться на орбите, либо упасть на поверхность Луны. Наступал четвертый этап полета – возвращение домой. Он довольно похож на то, что мы уже проделали ранее. На дальней от нас стороне Луны двигатель служебного модуля включался на 2,5 минуты. Это позволяло вытянуть орбиту по нашу сторону от Луны. По аналогии, такая орбита называется трансземной. Путешествие занимало еще трое суток. Не забывайте, что в служебном модуле находились топливные ячейки и электроника, поэтому попасть в него было невозможно. До конца пути все трое астронавтов находились в небольшом командном модуле. Просто кошмар для клаустрофоба. Как только корабль возвращался на околоземную орбиту, необходимость в служебном модуле отпадала. Мы начинали с гигантской ракеты, а теперь на Землю возвращается лишь крошечная ее часть. Кульминацией миссии является вход в атмосферу. До сих пор дно командного модуля было защищено служебным модулем, но теперь там остался лишь тепловой щит. Вы наверняка знаете, что вход в атмосферу – опасное занятие. Из-за трения аппарат нагревается до огромных температур. Тепловой щит защищает модуль от перегрева как раз в эти первые минуты входа в плотные слои атмосферы. Внизу в океане возвращение астронавтов ожидает авианосец. В 5 километрах над поверхностью раскрываются парашюты, они позволяют замедлить аппарат еще сильнее. На этом самая сложная часть завершена. Остается только ждать. Астронавтам приводнения, командному центру успешного обнаружения. 2,5 миллиона километров, одна посадка на поверхность Луны, одна сложнейшая миссия. Друзья, хочу напомнить, что такие интересные и подробные ролики выходят на нашем канале благодаря поддержке на Патреоне. Большое спасибо людям, имена которых вы сейчас видите на экране. Ссылка для тех, кто хочет присоединиться к их числу, будет в описании и в закрепленном комментарии. Ставьте этому ролику лайк, подписывайтесь на канал, если смотрите наши видео впервые, и не забывайте делиться видео с друзьями. До новых встреч!